в ужасе домой примчались. Хозяйка спрашивала, что это такое, как дождик, говорю, летает и сверкает. Там же цветочки. Я говорю, я в стране видела раньше, когда приезжала. Они там действительно сверкают, говорю, чего в воздухе. А мы сейчас время разложения. Пытались так, а потом у нас есть день уже. Научились крыльца, а что делать? Хорошо не на свае эти дома-то сделать.